В Люберцах завершается масштабная реконструкция пешеходной зоны на улице Звукова и Октябрьском проспекте. Глава округа Владимир Ружицкий проинспектировал ход работы. Работа выполняется согласно проекта. По данной территории, это мы говорим, улица Звуковая, это все, что примыкает к кинотеатру «Октябрь», прямо к стадиону вдоль Октябрьского проспекта. Все это пространство городское, оно было отыграно на конкурсе. Сегодня работы выполнены более чем на 90%. В настоящий момент завершаются работы по укладке плитки, обустройству газонов. Также в ближайшее время здесь будет организована велопарковка и навес для колясок. Появятся скамейки, арт-объекты и информационные стенды. Установят 71 опора освещения и камеры видеонаблюдения. Даже сейчас работа не доделана, но складывается впечатление некой ухоженности. Поэтому я думаю, что здесь наши жители получат и радость, и удовольствие от того, что здесь вот будет сделано. Реконструкция пешеходной зоны завершат в конце октября текущего года. Работа по благоустройству Звуковой улицы проводится на средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. Мария Кузьмичева, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.